как всегда, блестящее выступление президента. Это мировой лидер, который очень досконально знает ситуацию. Абсолютно правильные аспекты, связанные с Ираком, Сирией, с Ливией, с международной обстановкой. Конечно, гордость берет за такого президента, потому что он серьезно, как бы на любом международном уровне, поддерживает Россию, поддерживает ее серьезно по основным позициям, на основании закона, права. И, конечно, даже едкие вопросы ведущего, они ничего не значили, потому что Владимир Владимирович владеет досконально всей ситуацией. Ну, берем санкции. Кто что потерял? 4 раза уменьшился товарооборот с Европой. Потеряли же не мы, а потеряли европейцы. Мы ушли на азиатские рынки. Ну и почему только мы ушли на азиатские рынки? Многие страны работают сегодня с Китаем, со странами БРИКС. Заключение контракта с Аргентиной по газу. Это большие перспективы для работы наших компаний. Просто мир сегодня настолько уже не однополярный, а многополярный. И некоторым не хочется никак понять, что мир многополярный, да? Конечно, очень важно присутствие было и Китайской Народной Республики. Это наш стратегический партнер, это и шелковый путь, и развитие, все, что касается в нефтяной, в газовой сфере, в гуманитарной сфере, во многих других. Конечно, очень важный фактор, что представители европейских бизнесменов из Германии вполне откровенно сказал, что они теряют, и практически не уменьшился состав тех, кто из Германии работает в России. Ну, объемы немного уменьшились, а состав же не уменьшился, да? Вот. Поэтому я считаю, что сегодняшнее выступление Владимира Владимировича очень такое вот в дискуссии важное. Теперь по докладу его. Он четко опять показал все ориентиры, да, особенно вот то, что касается привлекательности регионов, да, и это очень важный фактор в движении, в экономическом росте, да, в укреплении нашей валюты, вот, в сотрудничестве на международной арене. И поймите правильно, тот диалог, который состоялся, он устраивает многие страны. Вот, и это понятно, что уход наш на сотрудничество со странами БРИКС, КНР, там, другими странами, они нам очень важны и понятны, да, и вы видели, как зал реагировал, как он аплодировал, как с придыханием слушали его ответы по многим вопросам. Импортозамещение. Ну, считаю, что мы здесь попали в десятку, потому что мы начали эту работу. И теперь важно уже не остановиться, потому что здесь должны быть новейшие технологии, благодаря которым мы будем удерживать рынки. У меня очень хорошее впечатление, и я горжусь, что у нас такой президент России. Но он уже, конечно, мировой лидер, потому что он высочайшего уровня профессионал.